Каньон White Rock находится недалеко от Лос-Аламоса. Здесь высота 1940 метров над уровнем моря. По дну ущелья протекает река Рио-Гранде. В середине прошлого столетия в ущелье размещался поселок строителей Лос-Аламосской ядерной лаборатории. К 1953 году он был закрыт, а в 1958 году полностью ликвидирован. Национальный монумент Бандельер – это сохранившееся до наших дней свидетельство человеческой активности более 10 тысяч лет назад. Поначалу племена вели кочевой образ жизни, перемещаясь за дикими животными. Постепенно они оседали в постоянных строениях. Сначала селились в землянках с плоской крышей. Вот что дошло до наших дней. Позже древние люди стали строить наземные сооружения. По мнению ученых, вот так выглядела деревня древнего человека. Строение было выполнено из камней и деревянных перекрытий, обмазанных глиной. А сейчас это имеет вот такой вид. Каньон Фрихолис, где находятся остатки первобытной деревни, образуют высокие скалы из вулканического туфа. По своим свойствам это мягкий материал, легко поддающийся эрозии. Эту особенность здешних скал использовали древние индейцы. Они долбили норы и устраивали в них свои жилища. Много веков спустя, сейчас в некоторых помещениях можно обнаружить закопченные стены и потолки.
Лос-Аламос – это не город или поселок, а статистически обособленная территория. На огромном удалении от морских и сухопутных границ, в малонаселенной местности штата Нью-Мексико, в горах, среди сосен, в 1942 году была создана Лос-Аламосская национальная лаборатория. В совершенно секретных условиях, без выходных, без отпусков, без семей, в лаборатории трудился огромный коллектив ученых-ядерщиков, инженеров, рабочих над выполнением так называемого Манхэттенского проекта. Их задачей являлось создание ядерного оружия. Труды этой сплоченной команды увенчались успехом. Уже через 3 года, в июле 1945-го, в пустыне в штате Нью-Мексико был произведен первый испытательный взрыв. Вот так выглядела вторая урановая бомба «Малыш», которую сбросили впоследствии на Хиросиму. А это макет плутониевой бомбы «Толстяк», которая была сброшена на Нагасаки. После этой ядерной атаки японская милитаристская машина была сломлена окончательно и закончилась Вторая мировая война.